Расстрельный бутовский полигон. Бутовский полигон – крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв террора 20-го столетия. Здесь только в период с 37 по 38 год было расстреляно более 20 тысяч человек, принявшие мученический венец. Среди них около 1000 человек пострадали за исповедание православной веры. 330 из них прославлены в лике святых. Святейший патриарх Алексий II назвал Бутово русской Голгофой. В настоящее время территория захоронений Бутовского полигона передана Русской Православной Церкви. Совместными усилиями церкви, государства и общества здесь создан уникальный общественно-церковный мемориал. Пасхальный период с 2000 года каждый год на полигоне совершается патриаршее богослужение под открытым небом на естественном антивесе, потому что это поле наполнено мощами. Апостол, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святых новомучеников и исповедников церкви русских в Бутове пострадавших, святых и праведных Бога Отец, Иакима Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Призри с небесе, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя. Обошел стороной меч палача, священников и преданных Господу Богу Иисусу Христу прихожан нашего храма, покрова Пресвятой Богородицы села Петровская, протоиерея Алексея Никатова, протодиакона Николая Тахтуева, псаломщика Иоанна Чернова, игуменью Афанасию Лепешкину и монахиню Евдокию Бученеву. Священномученик Алексей Гавриилович Никатов с 1906 по 1920 год служил в нашем храме сперва псаломщиком, затем диаконом, а в последний год священником. 19 ноября 1937 года был арестован по обвинению в активной контрреволюционной деятельности и агитации, направленной на развал колхозов, гнусной клевете в адрес советской власти и террористических настроениях. Был заключен в таганскую тюрьму, виновным себя не признал. Решением судебной тройки при управлении НКВД СССР по Московской области а 27 ноября 1937 года был приговорен к расстрелу. Расстрелян 3 декабря
1937 года на Бутовском полигоне, погребен в общей могиле. Священномученик Николай Васильевич Тахтуев. С 1935 по 1938 год служил в нашем храме протодиаконом. Неоднократно был в заточении за исповедание веры. И всякий раз, возвращаясь из заключения, продолжал служить в диаконском сане. На допросе 26 апреля 1938 года протодиакон Николай говорил: «Будучи убежденным христианином, я твердо держусь своих убеждений и не хочу входить в сделку со своей совестью. И вам не могу услужить, как вы хотите, и перед Богом кривить душой. Так я и хочу очиститься страданиями, которые будут от вас возложены на меня, и я их приму с любовью, потому что я знаю, что заслужил их. Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в Бога. А мы считаем вас врагами за то, что вы не веруете в Бога. Но если рассмотреть глубже и по-христиански, то вы нам не враги, а спасители наши. Вы загоняете нас в Царствие Небесное, а мы того понять не хотим. Мы как упортые быки, увильнуть хотим от страданий. Ведь Бог же дал нам такую власть, чтобы она очищала нас. Ведь мы, как говорится, заелись. Разве так Христос заповедовал нам жить? Да нет, и сто раз нет, и поэтому нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы мы опомнились. Если мы сами не можем, то Бог так устроил, что вы насильно нас тащите в Царствие Славы, и поэтому нужно вас только благодарить. В ночь с 5 на 6 июля отец Николай был арестован и заключен во внутреннюю тюрьму НКВД на Малой Лубянке. 25 июля 1940 года следствие было закончено, и протодиакон ознакомился с материалами дела. 2 сентября 1940 года особое совещание при НКВД приговорила протодиакона Николая к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. И он был отправлен в Севжелдоллаг в Коми области. Последнее письмо он написал родным из поселка Кожва в начале 1943 года. Протодиакон Николай Тахтуев скончался в заключении 17 мая 1943 года и был погребен в безвестной могиле. Маршрута осталось 100 метров. Вы приехали. Пятая настоятельница Зосимовой пустыни, 1920-1929 год, игуменья Афанасия, в миру Александра Васильевна Лепешкина. Величаем, величаемся, Пресвятая Дева, Богу избранная от Троицы, и всему просто святы, им же точишь и сведения.
Дмитрия Розанова и Михаила, отца Михаила, который здесь служил, их расстреляли на Бутовском полигоне. И сейчас это новомученики, да, они причислены к лику святых, и они являются новомучениками. Новомученики к лику святых также причислены последние игуменья монастыря, преподобная мученица игуменья Афанасия, преподобная мученица, послушница Евдокия, которая последовала за ней в ссылку. Преподобная мученица Афанасия Лепешкина и Евдокия Бученева. С 1896 года Александра Васильевна Лепешкина в монашестве Афанасия, послушница Троицы Адигитриевской Зосимовой пустыни. С 22 февраля 1920 года она стала игуменей того же монастыря. В 1928 году монастырь закрыли, и игуменья Афанасия с послушницей Евдокией стали жить и молиться в селе Петровское. 25 мая 1931 года арестована по обвинению в антисоветской агитации. На допросе игуменья Афанасия виновной себя не признала, ответив так. Во время пребывания моего в монастыре я крепко была предана Богу и также предана в настоящее время и готова за Бога и Христа жизнь положить. Больше показать ничего не могу. Постановлением Тройки ОГПУ Московской области от 10 июня 1931 года за антисоветскую агитацию осуждена на заключение в исправительный трудовой лагерь сроком на 5 лет, с заменой на высылку в Казахстан на тот же срок. По прибытии на место ссылки игуменья Афанасия 12 мая 1932 года скончалась. Место ее захоронения неизвестно. Преподобная мученица Евдокия Тимофеевна Бученева, проработав несколько лет катушечницей на одной из московских фабрик до 22-летнего возраста, и в 1907 году пришла в монастырь Зосимова пустынь. В обители несла общее послушание. Во время жизни в селе Петровском при матушке Афанасии выполнял наиболее тяжелые работы. Занималась рукоделием, часто ходила по деревням читать псалтирь. Игумене Афанасии и послушнице Евдокии удалось воспрепятствовать закрытию церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Петровское. После ареста игумене Афанасии Евдокия не отходила от больницы, где содержали больную игуменью. По прибытии на место ссылки в Казахстан послушница Евдокия скончалась 13 мая 1932 года. Место ее захоронения неизвестно. Добровольное исследование послушницы Евдокии Бученевой за своей игуменьей в ссылку имеет огромный духовный смысл. Не только человеческим участием к судьбе больного человека, но и монашеским исполнением послушания до смертного конца. Все они священномученики. Протоиерей Алексей Никатов, протодиакон Николай Тахтуев, преподобная мученица Афанасия Лепешкина и Евдокия Бученева юбилейным архиерейским собором 20 августа 2000 года причислены к лику святых и исповедников российских. В нашем храме хранится икона Афанасии Алабинской Лепешкины. Почитается она в Троице-Адигитриевской Зосимовой пустыни и в нашем храме 12 мая. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
мученик Иоанн Алексеевич Чернов. Из крестьянской семьи, работал на фабрике в Наро-Фоминске. Начавшимся после прихода к власти безбожников, гонения на русскую православную церковь не только не изменили отношение Иоанна Алексеевича к гонимой матери церкви, но еще более укрепили его в ревности и исповедании православной веры. При Покровском храме села Петровское он исполнял должность псалмщика. Начальство, не добившись того, чтобы он прекратил посещать храм, уволило его с фабрики. Все жители деревни Алексеевка, где он потом жил, были прихожанами в Введенской церкви в соседнем селе Котово. Но к концу 30-х годов священники, служившие здесь, были арестованы. И Иоанн Алексеевич стал добиваться назначения в храм священника и возобновления богослужения. Составив соответствующее письмо, он ходил по домам крестьян, собирая подписи за открытие храма. В нем он писал, что жители деревни желают иметь своего священника, чтобы он мог исполнять требования, чтобы могла совершаться божественная служба, и просят, чтобы власти передали ключи от церкви группе верующих и избранному от них уполномоченному Иоанну Алексеевичу Чернову. В 1937 году во время выборов в Верховный Совет СССР Иоанн отпустил в урну для голосования вместе с бюллетенем письмо, в котором просил обратить внимание на нужды верующих. «Мы, граждане Советской Республики, — говорится в письме, — считаем себя свободными гражданами по Сталинской Конституции, можем свободно выявлять свои нужды от лица верующих в Бога и Святую Церковь. Посодействуй за нас, старичков и старушек. Дайте нам молиться за Бога, за весь мир и за вас, Михаил Петрович, чтобы нам под вашим руководством проводить тихую жизнь и ходить в церковь молиться Богу, где мы ощущаем отраду души. Мы радуемся за Конституцию, которая в статье 124 говорит о свободе от правления религиозных обрядов, что нам дороже всего на свете. Молодым нужно повеселиться, песни попеть, а нам, старичкам и старушкам, в Божий храм сходить, приобщиться и отпеть усопшего. Вот что нам, дорогие, дороже всего земного богатства. Все на земле временно, а за гробом вечно. В 1938 году председатель сельсовета составил справку для НКВД на арест Иоанна Алексеевича, поставив ему в вину, что дочь его была в монастыре, и сам он был устранен от работы в колхозе как религиозный элемент. 28 июня 1938 года Иоанн Алексеевич был арестован по обвинению в антисоветской агитации. 19 сентября 1938 года особым совещанием при НКВД СССР приговорен к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Отбыв наказание в Беломорско-Балтийском исправительном трудовом лагере, куда прибыл с этапом 8 ноября 1938 года. Иоанн Алексеевич Чернов скончался от голода в лагере 14-го лагерного пункта Семенова Пудожского района Карелии 10 апреля 1939 года и был погребен на кладбище в километре от лагеря в безызвестной могиле. Имя Иоанна включено в собор
новомучеников и исповедников российских, определение Священного Синода Русской Православной Церкви. 30 июля 2003 года. Истина, ради которой и погибли новомученики Церкви нашей, в том числе и захороненные здесь в Бутове, эта истина действительно, по слову Златоуста, имеет свойство возвращаться. Разве могли представить себе те, кто отправлял сюда грузовики с приговоренными к смерти? Разве могли подумать те, кто расстреливал их и сбрасывал в ров, что их память будет так торжественно прославляться? Что истина, которую они исповедуют, станет истиной для миллионов людей? Что возродится вера в народе нашем, и что на этом месте скорби мы будем совершать торжественное молитвенное поминовение их подвига, вспоминать их силу веры и вспоминать их подлинную духовную свободу, которая бросила вызов гонителям, которая возвысила и подняла их над тем историческим моментом времени и ввела их в вечность, как святых и героев Духа, исповедников и новомучеников Церкви нашей. Пусть память о наших святых предшественниках, кровью своей засвидетельствовавших свою верность Господу, помогает и нам, отделенных от них уже многими десятилетиями, хранить веру в сердце своем, исповедовать, что через Слово Божие нам является подлинная истина, которая делает нас свободными. Да хранит Господь Церковь нашу, да хранит Господь Отечество наше, всю историческую Русь, и да укрепляет нас в вере православной, которая и способна через подлинную свободу человеческого духа вести нас в небесное и божественное царство, открытое нам через пасхальную тайну воскресшего Христа. Аминь. Христос воскресе! Разверзлись треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь, великий гений. Россия!